Пушистые сотрудники на службу УФСИН России по Владимирской области приняли 11 щенков немецкой овчарки. Они прибыли из ведомственного племенного служебного питомника в городе Казань. Представители учреждений прибыли, чтобы получить щенков и увести в свое подразделение, чтобы вырастить настоящих служебных собак. Первоначально кинологи внимательно наблюдают за тем, как себя проявляют щенки в играх, какие природные качества наиболее ярко у них прослеживаются. Так они определяют, для какого именно направления службы подходит каждый из щенков. Кто-то не может усидеть на месте и очень любознательный. Такой пес подойдет для работы по поиску наркотических средств. У другого меланхоличный характер. Он будет эффективен для обнаружения взрывчатых веществ. Те, кто проявит смелость, не испугается громких звуков и хлопков, будет получать курс обучения навыкам задержания бежавших преступников. Содержание собак осуществляется в питомниках на территории учреждения. Они ежедневно несут службу на вверенных участках вместе с закрепленными за ними инструкторами-кинологами, которые осуществляют их дрессировку и знают о своем питомце все, начиная от реакции собаки на любые внешние факторы и раздражители до любимых привычек и вкусовых предпочтений пса. Одна из собак отправится в ИК-3 во Владимире. Ей уже дали имя – Пальма. Она девочка. Она будет дрессироваться для поиска наркотических веществ. Собака будет проходить общий курс и специальный курс дрессировки. Новобранцев уже забрали их новые наставники из числа кинологов исправительных учреждений Владимирской области. 11 щенкам предстоит пройти полную подготовку, получить специализацию и заменить ветеранов, которые уйдут на заслуженный отдых.